Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Яно Самаюктам Бинда Банам Манухар Ванча Калпатаруваши Кипасинду Бебача Патитананг Павуне Бхавишна Бебхио Намо Намаха Мукан Кароти Бача Ланг Пангунг Ланг Хайтагирим Ятки Патамаханг Банди Парамананду Мадавам Бриндавай Тусиде Байпиявай Кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрашо Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Джукто Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхайям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панутапал Бхавад Дипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ят Пада Паллавана Качанда Маничатая Бишпуриджита Кимапикапавадушвадарши Пурнану Рагра Сасагра Сара Мурти Сарадхикама и Када Кипам Карос Шри Кришна Чайтанна Прахунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прахунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджануламбита Бхуджау Канака Бодату Шанкиртаной Капитаро Камала Хьотакшо Вишамбару Диджавару Джугадхар Мапало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджануламбита Бхуджау Канака Бодату Шанкиртаной Капитаро Камала Хьотакшо Вишамбару Диджавару Джугадхар Мапало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Тадасиниттам Бхавану Рупенна Садханаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно приямананга мада пхарам Барану сиприяпати пурапати бхажави шанатам
Vagi sajusho vadane Lakshmir jasacha bakshasi Yasyasti hide sambhid Tvam nishingamaham bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Kipa Sindhu Sushampurno Sarva Sattva Pukarakaha Nispriho Sarvatoho Siddho Sarva Vidya Visharadaha Sarva Sangsayo Sangschetta Analasa Guru Rahita Kipa Sindhu Sushampurno Sarva Sattva Pukarakaha Nispriho Sarvatoho Siddho Sarva Vidya Visharadaha Sarva Sangsayo Sangschetta Analasa Guru Rahita Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told those who are devoid of Anugatha. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, что те, кто лишены Анугатти, они подобны животным. Вот Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада. Парамахамса Джагадгуру сказал, что те, кто лишены Анугатти, лотосным стопам Садгуру, они подобны животным или даже хуже, чем животные, поскольку, не предавшись лотосным стопам Гурупад Падме, никто не сможет достичь уровня той абсолютной истины. Много раз Шрила Прабхупад говорил, то, что есть единственный путь, встретиться с этими абсолютами, каков же этот путь? Это зависеть от шраутования, от их учения, которое мы услышали. Единственное, что мы должны делать, это зависеть от шраута парампара, шраутования, от трансцендентного звука. И вот этот трансцендентный звук Апракрита Шабда Брахма, если мы сможем принять прибежище в этой трансцендентной реальности, этого трансцендентного звука, то будьте уверены, уже в этой жизни вы сможете обрести, то есть достичь абсолюта. Нет никакого другого пути, но проблема в том, что много людей, они зависит от Шрутапанхи, мы тоже зависим от Шрутапанхи, но почему не все достигают этой абсолютной истины? И вот они забывают нечто важное, то, что без милости Чайтья Гуру в сердце Маханта Гуру может явиться перед вами в соответствии с вашей молитвой, в соответствии с вашими потребностями, в соответствии с вашими предыдущими самскарами. Вы можете встретиться с милостью Чайтья Гуру. И вот в соответствии с предыдущими самскарами вы можете обрести садгуру. В соответствии с вашей потребностью, несомненно, поскольку Баладев, он смотрит на нас. Баладев всегда смотрит, кому нужна подлинная абсолютная татва. Кто хочет встретиться с этой абсолютной истиной, кто посвящает себя с лотосным стопам этой абсолютной истины, и в соответствии с этим Баладев смотрит, и, несомненно, он даст нам то, чего мы хотим, даст нам возможность встретиться с Садгуру. И
перед тем, как принять садгуру. Все наше слушание харикатхи, оно хорошо, нельзя сказать, что это плохо. И вот перед тем, как принять садгуру, наше слушание харикатхи из правильного источника даст нам силу, чтобы достичь успеха. И этот успех, это позволит нам достичь нашего дикши гуру. И вот, если мы еще не, если мы еще не приняли прибежище у садгуру, мы, конечно, можем обрести благо от слушания Шабда Брахмы, но до какого-то уровня, поскольку обусловленные души не имеют способности осознать Шабда Брахму. У нас должна быть эта способность, вот эта харикатха, которую мы слушали ранее, она поможет нам, чтобы мы почувствовали необходимость принять прибежище у стоп подлинного садгуру. Например, кто-то последние 20 лет слушает харикатху из правильного источника, но все же он не чувствует необходимости принять прибежище у садгуру. И тогда слушание харикатхи, нельзя сказать, что оно совершенно просто, была какая-то драма, какая-то имитация, нечто ненастоящее. Вот как в тот раз я говорил о Мадхусудан Дас Бабаджи Махараджи, у него была подлинная потребность, он нуждался в садгуру. И в моей жизни то же самое. Никто не поскольку у меня была потребность, я по милости Нитьянанды обрел то, что я хотел по-настоящему. Я, если у нас нет желания, нет потребности в том, чтобы принять прибежище у садгуру, то наше слушание харикатхи, оно неправильное. Например, мы можем слушать харикатху вроде даже из правильного источника, но если мы не чувствуем необходимости принять садгуру, то такое слушание харикатхи подобно драме. Мы должны чувствовать острую необходимость принять прибежище у садгуру. После того, как вы приняли прибежище у садгуру, это должен быть подлинный истинный гуру. И после этого садгуру даст вам мантру. Вы обретете посвящение, посвящение, инициация. Это такая процедура, через которую вы можете обрести вечное, подлинное благо. Подлинное посвящение даст вам столько силы, столько могущества, что вы разовьете ваше сознание до высокого уровня. Но это общая дикша, которую мы получаем, это занимает время. Дикша — это долгая процедура, это процедура, через которую вы можете развить ваше сознание. Дивья-гьяна, трансцендентное знание. Мы можем развить нашу связь с Бхагаваном, Гуру, Вайшнавом, Вайшнавами. Самбанта, чтобы развить самбанту, это подлинная суть дикши. И вот суть дикши в том, чтобы развить самбанта гьяну. Если вы не развили самбанта гьяну до сегодняшнего дня, вы не чувствуете, что Бхагаван, он наш единственный друг. Гуру Вайшнава – наши единственные друзья. Если вы не чувствуете этого, то значит дикша ваша была несовершенна. И вот так или иначе, если ваша дикша совершенна, вы приняли дикшу из должного источника и должным образом. И вот после этого, только после получения дикши у лотосных стоп садгуру, вы сможете обрести способность осознать, переварить, усвоить эту шабда-брахму, этот трансцендентный звук. Сможете принять эту харикатху.
И вот эта сила осознания, сила, возможность понимания возникнет только после того, как вы получили дикшу. Совершенным образом иногда бывают какие-то исключительные случаи. Например, какой-то преданный, как Ваман Госвами Махарадж, я могу рассказать про него. Он слушал Харикатху и понимал все. Хотя он вроде совсем недавно пришел в Гаудия Матх, но слушал Харикатху, все понимал и осознавал, но это особый случай. И еще не стоит забывать, что он вечный спутник Шрилы Прабхупады. И также может этот преданный в предыдущей жизни он принял прибежище в лотосных стоп Садгуру. И в предыдущей жизни, может, он совершал много служения, но из-за какого-то ошибки, какого-то скривления, может быть, он не достиг успеха, и вот вынужден был родиться опять, и вот в соответствии с волей Кришны он опять родился. Но прежние заслуги не стоит забывать, поскольку дикша, она связана с нашей душой. Если вы думаете, что ваше тело, ваш ум получает дикшу, то такая дикша не совершена. Дикша, она связана с нашей душой. И вот эта атма-душа в прежней жизни, может быть, она... То есть выше прошлой жизни, может, по нему приняли дикшу, садгуру, не достигли успеха, вот опять родились и получили вот такое очень даже, может быть, и вот он достиг зрелости в прежней жизни или какого-то такого существенного уровня, но это такой исключительный случай, как правило, и вот только-только только с помощью чати гуру, гуру в сердце, мы можем осознать Харикатху. И вот с помощью чати гуру мы можем осознать Харикатху, обрести возможность принять прибежище у садгуру. Без гуру крипы, если у вас есть много титулов, кто-то получает какие-то титулы, как вот вышеперечисленные, какие-то звания из-за своей учености или еще чего-то. Но все же, если вы не обрели гуру крипу, милость гуру, то вы не сможете осознать Бхагават Тато Вигьян. Я говорил о признаках Гурупад Падмы, Шрила Санатана Госвами Пад пишет в Хари Бхакти Виласе о полном определении Садгуру Татвы. Я говорил, что и вот это шлока Крипа Синдху, он океан милости, он тот, кто полон сам в себе, у него нет никакой неудовлетворенности. Су-сампурна, су. То есть он совершенно полностью самодостаточен. Здесь такое двойное усиление слова используется. И он всегда занят в том, что он думает о благе всех живых существ. Любые творения в этом материальном мире, он всегда думает о благе всех живых существ. Вот. И вот у него нет желания, стремления к лабхе, пуджи, пратишчи, к славе, к дешевым почестям и прочему. И вот тот, у кого есть Кришна Бхакти, он достиг всех совершенств Сарва-Сиддхи. Мы не можем никаких недостатков найти в нем. И
И вот Гурги Шодас Бабаджи Махарадж. Хотя вы можете сказать, что Веды Веданта Упанишаду он не знает, но в соответствии с нашей Сиддхантой мы знаем, что Гурги Шодас Бабаджи Махарадж имеет полное знание о шастрах. Даже больше, если мы осознаем Кришна Татву, поскольку Шри Кришна Чайтанья Махапрабху сказал одним словом, чтобы узнать, опознать Садгуру, Шри Чайтанья Махапрабху сказал одно слово, вот такую одну фразу, что тот, кто осознал Кришна Татву, тот Гуру, может он по происхождению внешне шудра. Или с какой-то низкой семьей происходит, или еще хуже, с мусульманского общества, как Харидас Такур. Но мы не должны обращать на это внимание, поскольку Рарамананда, например, родился в низкой семье, но все же он достиг высочайшего уровня. Харидас Такур он так тоже. И таким образом, относительно Гуру Таттвы, Шри Чайтанья Махапрабху говорит, сказал одну фразу, что кто Гуру, тот, кто познал Кришну, Кришна Таттву, он и есть Гуру. И вот в соответствии с Упанишадами мы находим такую Сиддханту. И осознав Кришна Таттву, мы можем обрести полное знание, нам не нужно. Стремиться к чему-то еще, поскольку Кришна — Он источник всего знания. И поэтому, если вы знаете Кришна Таттву, то в Упанишадах говорится, если вы знаете Кришна Таттву, вы познаете все, будете знать все, что есть в этом мире. Если вы обретете лотосные стопы Шри Кришны, то у вас не будет никакой потребности искать что-то еще. Кришна Таттва — это величайшее сокровище. И вот Гурги Шодас Бабаджи Махарадж внешне, он не образован, но хотя он знает Кришна Таттву, это значит, что он имеет полное знание обо всем. Шрила Прабхупада говорил, внешне мой Гурупад Падма, Шрила Прабхупада говорил, что внешне мой Гурупад Падма Парамахамса Гурги Шодас Бабаджи Махарадж, внешне он не образован, но будьте уверены, он способен решить любые проблемы во всех этих 14 мирах. Он может решить. И вот Кришна Према — это единственное решение всех проблем. И вот внешне можно найти, что Гурудев Шрила Прабхупада, он внешне не образован, но все же он может решить любую проблему, возникающую во всех этих 14 мирах. Ему под силу все, поскольку он знает суть всех. Суть всего, он знает Кришна Таттва. И вот я говорил пару дней назад об этом Джива Госвами Пад. Нужно вспомнить эту шлоку. И вот Джива Госвами Пад говорит, например, ученик спрашивает что-то.
Гуру Падма как бы дал ответ, но может ответить, но не цитировать какую-то конкретную шлоку с какого-то описания. Но ответ будет совершенно правильный. И вот если ученик будет в таком случае сомневаться о Садгуру, то это станет причиной его падения. И вот в этом проблема, если он будет сомневаться в Садгуру, поскольку он внешне не образован, не может там цитировать конкретную шлоку, из какого конкретного шастры, он как бы знает правильный ответ. Из-за того, что он сиддантавид, но не всегда может какой-то цитировать какую-то конкретную шлоку. То есть если гуру и не сиддантавид, это абсурд. Где кто-то может сказать, что кто-то хороший вайшнав, но ничего не знает, ни шастры не знает, ни сиддханты ничего не знает. Это глупо. Невозможно. Садгуру, значит, он сведущ в писаниях, он может ответить на любой вопрос. И кто может ответить на все ваши вопросы? Это Садгуру. Сиддантавид, Садгуру. Садгуру – это сиддантавид, и нет никаких компромиссов между ними. Сиддантавид, но не Садгуру, такого невозможно. Поскольку сидданта, мы можем осознать сиддханту по милости Бхагавана Баларама, иначе нет. И таким образом, что Садгуру может решить любую проблему, может решить любой вопрос. Сам Саят, и не только он может развить все развеять все ваши сомнения, но также может ответить на любой вопрос и решить любую проблему. И совершенным образом, вот это слово значит, что он может развеять ваши сомнения, причем таким совершенным прекрасным образом, что никаких сомнений в вашем сердце не осталось после того, как вы услышите его ответ. Несколько дней назад я говорил, вот кто-то мог подумать, как это возможно, поскольку Шанкар Бхагаван говорит. Иначе я более подробно расскажу, чтобы никто не сомневался, вот Шанкар Бхагаван говорит, что я знаю, по милости Бхагавана знаю эту Бхагават-татву. И вот здесь про Вьяса говорится, что Вьяса знает или не знает, я не знаю. И вот это шлока про 12 Махаджан. И вот я говорил, то, что Шанкар Бхагаван говорит, то, что Вьясадев может знать или не знать. Я отвечал, как один повар, он может, то есть он что-то готовит, он вкус того, что готовит, не знает, поскольку он готовит, а не ест. И те, кто потом будут есть, они могут понять. И вот я пример такой приводил. И еще более подробно могу рассказать, чтобы никаких сомнений ни у кого не было. И вот суть в том, вначале мы должны помнить, то, что Вьясадев Госвами Шакти Веша Аватара, он Бхагаван. Вьясадев Госвами, он Шакти Веша Аватара Бхагавана. И вот Вьясадев Госвами, он непреданный. И вот первое мы забываем, то есть, что сам Шакти Веша Аватара, сам Бхагаван явился в его форме. И из-за своей беспричинной милости
он написал вот эти все шастры, в Бхагаватам говорится об этом, в первой части. Он чувствовал боль в виде этих обусловленных душ, что они делают. И вот он составил Бхагаватам, чтобы им помочь. И вот первое то, что Вьясадев — это Бхагавататва, а не Бхагавататва. И вот вопрос, если Кришна Бхагаван хотел, почему он хотел вкусить вкус, он хотел узнать чувство Радхарани, он Кришна может все сделать. Он сам Шри Кришна, но Кришна в Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, что Кришна по своему желанию, как он хотел узнать великолепное чувство Радхарани, когда она встречается с ним. И вот каково настроение Радхарани, когда что она чувствует, служа Кришне и встречая его. Кришна хотел узнать это, и поэтому Кришна решил украсть цвет ее тела и ее чувства, ее настроение, так или нет. Поскольку Радхарани — это такой доминирующий абсолют, то есть это Кришна тот, кто доминирует. Нельзя сказать, что Радхарани чем меньше Кришны, но вот в этой лиле тот, кто Кришна, то есть вот в этой шлоке говорится, что Кришна не отличен от Радхарани са эваса. И здесь говорится, тот, кто Кришна, он есть Радхарани, кто Радхарани, Радхарани есть Кришна, они не отличны друг от друга, но есть особенность то, что Кришна это доминирующий абсолют, то есть здесь он доминирует над Радхарани, и вот если Кришна примет решение принять форму и настроение Радхарани и цвет ее тела, что плохого в этом? Если я скажу, что Вьясадев Госвами, он Бхагавататва Шакти Вишаватара. Бхагавататва — это и есть Бхагавататва. И вот Бхагавататва, для Бхагавататвы невозможно осознать вкус самому себе, поскольку Бхагавата Махапурана, она не отлична от самого Кришны. Это говорится там. Шукадев Госвами дает ответ. Кришна пришел в форме трансцендентного звука. Он Кришна. Шукадев Госвами говорит о Бхагаватам Бхагаватам Махапуране Сакшат Кришна Явахи. И что говорит Шукадев Госвами? Он дает ответ. Помните о Шримад Бхагаватам Махапуране. Шукадев говорит Сакшат Кришна Эвахи. И вот что здесь говорится, там Адидевам, Твам, Кришна Адидев, изначально Господь, Пурушапуранам, ты тот абсолют Си Кришна, который явился в форме Бхагаватам. И вот ты явился в форме Бхагаватам. И вот как это возможно?
много свидетельств в Бхагаватам. Кришна, он не может обрести вкус. Он не может понять, каково его великолепие, какое его чувство внутри него. И как это понять, как это осознать, как насладиться этим. И вот он решил принять чувство сердца Радхарани, Радхабаву, ее цвет тела. И вот если Вьясадева Госвами Бхагаван, иначе кто может составить тысячи шастра? Кто может составить это все? Только Бхагаван. Он Бхагаван, и поэтому Веды, Веданта, Упанишат, Бхагаватам, Пураны, все составлено им. А обычные люди, у них нет четкой идеи о том, когда Вьясадева Госвами родился. Как-то я могу обсудить это. Когда Вьясадева Госвами родился, то большинство людей не знали. Если я буду изучать Бхагаватам, я покажу вам то, что Бхагавата-аватар. И там можно найти имя Вьясадева Госвами. Перед Рамачандрой упоминается. Ну, удивительно, но как это? У нас нет представления, если мы будем изучать Бхагаватам, то там перед ним упоминается. И там можно найти имя Вьясадева Госвами, считается, уже там перед ним, перед Рамачандрой. Как это возможно? Рамачандра в Трата-югу родился, и вот я могу объяснить как-то в какой-то день. Кали-юга происходит. И вот Кали-юга, когда проходит, Трата-юга начинается, потом Трата-юга, потом Двапара, потом, то есть когда одна заканчивается, другая юга начинается. Его сначала Кали-юга. Потом Сати-юга начинается, потом. В общем, когда одна юга сменяется на другой. И вот в общем, что говорится в Бхагаватам в конце, когда происходит третья смена юг, когда Кали. В конце два пара юги, перед этим Вьясадева Госвами рождается. И вот, смотрите, Бхагаван Шри Кришна родился в конце два пара юги. Практически в конце, поскольку говорится, что Кришна ушел, и Кали вошел, здесь говорится, и Рамачандра также родился в конце.
характер этой йоги. И вот Веседа Госвами долгое время писал шастры. Если Кришна хочет понять настроение Радхарани, поскольку Радхарани, каковы ее чувства, он хотел понять это, почему бы нам не понять, что Веседа Госвами, он Бхагаваттва, и поэтому Шанкар Бхагаван не может говорить неправильные сиддханты. Веседа Госвами, он может знать или не знать, он не знает, поэтому говорит, что не знает, почему. Поскольку для Бхагаваттва это невозможно понять само себе. Если вы спросите Кришну, каковы качества Кришны, то он ничего не сможет сказать. Только преданные Кришне могут описать его качества. И вот Гранха Бхагаватам, те, кто преданные Бхагават, Бхакта Бхагават, то есть преданные могут понять Бхагавана. То есть здесь смотрите, что когда этот Шива сказал, что он может знать Бхагавата, а может и не знать, я не знаю. Он не сказал, что он точно не знает. Но чтобы обрести вкус, почувствовать вкус Шримад Бхагавата Махапурана, мы должны зависеть от Шукадева Госвами, поскольку он Бхагават. Чтобы обрести полный вкус Бхагавата, мы должны зависеть от Шукадева Госвами. И также я уже говорил в тот день. И вот здесь говорится, есть 12 махаджан. И вот имя Веседева Госвами, его там нет среди этих 12 махаджан. Но Шанкар Бхагаван хотел сказать то, что Шукадев Госвами, Брихат Бхагаватамрите говорится, как это возможно для Шукадева Госвами понять всю сокровенную Расалилу. И вот когда Шанкар Бхагаван вот он в этой шлоке про 12 махаджан сказал, что кто знает эти 12 махаджан, они точно знают Бхагаваттву, но Овьесадеву его не знают. И вот, чтобы узнать вкус Бхагаваттам, мы должны зависеть от преданных, таких великих преданных, как Шукадева Госвами. Вот сейчас я объясню две шлоки, которые забыл в предыдущие дни. И вот сегодня день явления Бхакта Бхагаваты Бхакти Кушум Шраман Госвами Махараджа. И вот Шраман Госвами Махарадж, он родился в Даке. Это сейчас на территории Бангладеш, столица Бангладеша, Дака. Штривика Махарадж, Бондев Госвами Махарадж. Они тоже родились в этой Даке. Еще Кришнананда Махарадж. Никто не знает его, не слышали многие. И вот Кришнананда Махарадж, ученик Шрилы Прабхупады, но мало кто знает.
И вот Кришнананда Махарадж и наш Шраман Госвами Махарадж, они оба были друзьями. И вот этот Кришнананда Махарадж работал этим гомеопатическим доктором. Был хорошим доктором. И наш Бхакти Кусама Шраман Госвами Махарадж, он был тоже доктором аллопатическим только. In Dhaka, his father, mother was very nice, very nice boy, very nice. Его родители были хорошими людьми. И мать слушала Бхагаватам. Mother used to hear Bhagavatam and always coming after hearing Bhagavatam and going to speak the gist for him. И вот она приходила домой и рассказывала кратко суть того, что услышала. Но поскольку этот преданный учился, то мать думала, что ему лучше учиться, и поэтому сама ходила слушать Бхагаватам и кратко рассказывала суть. Но Махарадж говорит, все равно не надо забывать о Харе Кришне. Неважно, о чем мы занимаемся. И вот он попросил мать, чтобы это благословило его, чтобы он стал преданным, и вот он учился в этом в университете, в этой Даке. Это большой город был в то время. Не знаю, как сейчас, но в то время там все хорошо было. Лучше был Калькуттский университет. Вот в то время Калькуттский университет был один из лучших. В Даке тоже не так все плохо было. И вот потом он начал учиться на доктора. И вот он родился в 1900 году. Мой Гурупад Падма родился в 1898 году. А Шраман Госвами Махарадж родился вот в этом 1900 году после Картика. Ну, они и Картик пишут, не знаю, как они считали. Мокшода Экадаши. И вот сегодня день ухода Махараджа. И вот он явился в 1900 году во время, после Картика. Mm-hmm.
Потом в 26-м году получил степень доктора MBBS. Потом работал доктором, практиковал. И однажды он слушал слова Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, поскольку Шрила Прабхупада отправился туда, в Даку, в Джиланбари. Он объяснял эту шлоку Джанма Дасьяято в течение месяца. И в то время оба, Саман Госвами Махарадж и Кришнананда Махарадж, они были друзьями. Они слушали Харикатху Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати после этого. Они оба решили. Что нужно предаться лотосным стопам этого великого Бхагават Паршада. Они были восхищены личностью и Харикатху Шрилы Прабхупады. Вот они решили предаться ему, и после этого, после принятия прибежища Шрилы Прабхупады, они решили присоединиться к миссии Шрилы Прабхупады, к божественной миссии Шрилы Прабхупады. И после принятия дикши, и он получил имя Кришна Канти Брамачари. А то он назвали Кришнанандой. Ну вот по второму он говорит, что он саньяси был, но может был саньяси как Сваруп Госвами без данды. Я у них не спрашивал, саньяс он не от Шрилы Прабхупады получил от кого-то. И вот, в общем, в то время они присоединились к миссии Шрилы Прабхупады, начали служить ему. Они посвятили себя полностью служению. Они имели огромное терпение, огромное смирение. Всегда. И вот они начали свое служение, оставил свою докторскую работу. Если какие-то преданные заболевали, он как помогал им. Шрила Прабхупада не просил его кого-то лечить специально, но так если получилось, то он лечил. И вот Шрила Бхактивалабхтирта Госвами Махарадж говорит, когда мой Гурупад Падма Шрила Бхактивайта Мадхава Госвами Махарадж был выбран как ачарья Чайтанья Матха в то время, в первой этой ветке, и вот после ухода Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивайта Мадхава Госвами Махараджа выбрали ачарья Чайтанья Матха. И вот потом вот эти бывшие перечисленные преданные, они все пришли. И первые, пока ветка учеников, они служили Шри Чайтанья Матху, поскольку он в то время он еще не распался, не было отдельного матха. И Шрила Бхактивайта Мадхава Госвами Махарадж, точнее Шрила Бхактивалабхтирта Госвами Махарадж сказал, что мой Гурудев request
попросил Кришна Канти Прабху и Бхакти Кусум Сарман Госвами Махараджа, чтобы они обучили меня. Вот это редакторской работе. И они были высокообразованы, поэтому он и вот он говорит, что он мой, он был мой Шикша Гуру, он помогал мне, учил мне, как редактор, да, редакторской работе, как все делать, коррекции и прочее, чтобы я мог лучше служить Чайтанья Матха. И вот они издавали журналы в календаре и прочие эти издания. Издавали Нади Пракаш, Саджана Тушини. И вот Шрила Бхакти Лабхирта Госвами Махарадж говорит, я узнал вот это все редакторскую, вот это особенности редакторской работы от него. Он всегда очень мило обращался со мной, очень хорошо учил. И еще был какой-то случай, не хочу рассказывать о нем, но в итоге Шрила Бхактивиданта Мада Госвами Махарадж был вынужден уйти из Чайтанья Матха, а потом выбрали Бхактивиданта Госвами Махараджа Ачарьи. И после этого Шрила Шраман Госвами Махарадж тоже был выбран Ачарьи, поскольку с начала до конца он был всегда в Чайтанья Матхе. Он никогда не хотел открывать какой-то отдельный матхи, какие-то проблемы, если возникали, то он пытался их уладить. Но он всегда был в Чайтанья Матхе. В итоге его избрали Ачарьи, потом Бхакти Кантарак Тапасы Махарадж стал Ачарьи перед между. Это прошлая история, мало кто знает ее. Потом еще кого-то сделали инчарджем Кабур Матха. Забыл, как его зовут. Ну, в общем, ачарьи-то менялись быстро. И вот Бхакти Кусум Шраман Махарадж был долгое время ачарьи, дольше остальных. Бхагават Махарадж был учеником Бхактивиласти Госвами Махараджа. И вот он служил Чайтанья Матхе с огромным терпением, огромным смирением. И вот он продолжал заниматься вот этим, быть на посту ачарьи и исполнять свои обязанности. У него было множество учеников с Бангладеша и прочих. Ну, в то время это еще Индия была, потом разделилась. Ну, и, ну, в общем, у него множество учеников повсюду. Он исполнял все обязанности ачарьи совершенным образом. Recorder.
Он написал множество книг также. И после этого, в итоге, он явил лилу Парамахамса. И вот Шрамана Госвами Махарадж спрашивал преданных учеников, накормили ли вы всех? А вот эти деревья и все остальное? Он спрашивал так, как сумасшедший. Хотя кто-то может подумать так, но это неправильно, он Парамахамса. Он думал о благе всех и каждого, даже о деревьях. И после этого и вот я был в Дургапуре. Там пригласили меня на Харикатху Ачарья Девананда Гудиматха. Там пришли преданные, приехали этого Шрамана Госвами Махараджа. Пошли в его дом. Он, в общем, куда-то к дому какому-то преданному. Он рассказал о множестве чудес, случаев с его жизни. Он говорил, рассказывал, что моя жена каким-то раком заболела, доктор там все это не понимал, что происходит. В общем, беспокоились очень, я побежал к Гуру Махараджу просить его милости. Но когда я поклонился моему Гуру Падпадме Шрамана Госвами Махараджа, он сказал: не беспокойся, это не рак. Я еще не успел ничего сказать, только собирался. Когда я поклонился Гуру Махараджу, он сразу сказал, что не беспокойся, это не рак, и так это все кончилось. И вот он служил в Чайтанья Матхе, потом явил лилу болезни. И все равно он принимал учеников, поскольку был в полном сознании. Иногда он посещал Бангладеш для проповеди, но большую часть времени он находился в Шри Чайтанья Матхе. Шри Чайтанья Матха был его сердцем и душой. И вот в этот день Макшада Экадаши он оставил свое тело. У меня много друзей среди его учеников. У него очень много учеников было, но по Тривика Махараджи я могу сказать. И вот Тривика Махарадж, у него он очень уважает меня, слушает Харикатху, говорит, что через меня его Гурудев говорит. Вот он постоянно слушает Харикатху, и я хочу еще обсудить две шлоки. Первое. Ачарджур Арнир Адьо Шам Онте Ваоши Уттар Арни Тат Прочарам Сандьянам
Как Шаман Госвами Махарадж развил Дивья-гьяну, хотя он вечный спутник Верховного Господа, но все же явился как преданный. И вот Шрила Прабхупада много раз говорил, то, что Гурудев может дать посвящение множеству душ, но не значит, что каждый обретает Дивья-гьяну. Садгуру может дать дикшу, поскольку люди приходят просить дикшу. Но не значит, что каждый может обрести Дивья-гьяну. Очень мало кто, очень редко. Кто может обрести Дивья-гьяну? Это зависит от отношений гуру и ученика, от нашего баджана, от много зависимости. Все зависит от нашей связи с садгуру, насколько глубока наша связь с садгуру. И в соответствии с этим мы можем обрести Дивья-гьяну. Мы можем обрести полную Дивья-гьяну, если мы полностью находимся в гармонии с Гурупад Падмой. Вот Шраман Госвами Махарадж один из них. И вот эта шлока Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, о Удав. Ты можешь вспомнить, что огонь знаний может войти в сердце ученика, как, например, и вот если взять два куска дерева, дров, если их тереть друг от друга, то огонь возникнет. Поскольку огонь уже в скрытой форме есть в этом дереве, в этих дровах, хотя внешнего не видно. Если пытаться найти огонь в дровах, как бы его нету, но он есть. И огонь также в нашем теле. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, если тереть два куска дерева друг от друга, один олицетворяет собой гуру, другого ученика, и вот в процессе их трения огонь не возникнет. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, как этот огонь возникает, когда мы слушаем Хари Катху с неотрывным вниманием, с искренностью, с преданностью, когда вы слушаете Хари Катху с неотрывным вниманием, с чувством, настроением служения, то тогда и только тогда огонь знания может явиться в сердце ученика. И вот таким образом, если мы будем изучать Упанишады, все риши-муни, они их ученики слушали эту брахматату от Гурупад Падмы. И таким образом, слушая Хари Катху, постепенно мы сможем развить огонь внутри нашего сердца. Это зовется огонь знания. Long ago I was discussing
И вот достаточно давно я обсуждал то, что знание уже есть. Душа пребывает в сердце каждого, всех и каждого душа, она гена мой, чин мой. Много раз я говорил, чит атма, чит это частица сознания, душа, которая находится в нашем теле. Душа, и благодаря этой чидатме, этой молящей душе, она имеет качество чинмой, генамой, пракашмой. Пракашмой, значит, она может сиять, излучать свет чинмой, она трансцендентна генамой. Знание всегда в ней находится, как его знание, то, что мы слуга с Бхагавана, это знание уже находится в душе Дивагена. И вот здесь говорится, в Киртане говорится Дивагена Хриде Пракашита. И вот здесь, смотрите, не говорится, что мы можем произвести сознание. Может проявиться. И вот с помощью Гурудева мы можем совершать баджан, и Дивагена может и озарить нас, осветить, проявиться. И вот таким образом. И вот мы должны продолжать слушать, и мы обретем этот огонь знания, явится в нашем сердце. И другая татва, которую я хотел обсудить, тоже из Бхагаватам. И вот что же это за шлока? И вот это строгое наставление Бхагаватам и всех шастр. Если вы хотите обрести знание Татвы Гьяны, вы должны служить вашему садгуру. Вы должны находиться под руководством Гуру Падпадмы. Как в случае с Кришной. Кришна и Судама Випра были в Уджайне. Чтобы обрести знание от Сандипани Муни. И вот рядом там где-то Уджайне, около Аллахабады. И вот Баламши Кришна, Баларамши Кришна отправились туда. И там описывается, что они служили Гурудеву как слуги. И вот Кришна и Баларам служили Гуру Падпадме как слуги. Это пример идеализма. И вот говорится, если вы хотите узнать Бхагават-тату, и еще важное, мы должны помнить, что Гуру Падпадма не отлична от Бхагавана. Много раз Шрила Прабхупад говорил в Харикатхе, и в своих статьях он пишет, что до тех пор, пока вы не осознаете, что Гуру Падпадма не отлична от Бхагавана, вы не сможете повторять Харинам.
когда вы осознаете, что Гуру Бхатпадма не отличен от Бхагавана, то тогда подлинный Харинам явится на ваших устах. И вот мы должны осознать, что Гурудев и наша душа не отличны. То есть, что мы должны думать, что Гурудев — наше сердце и душа. Мы должны чувствовать так. И вот Гурудев — это наше сердце. И тогда, и только тогда мы сможем осознать Бхагавад-тату Вигьян, иначе какая-то частичная... То есть из-за какой-то частичной... То есть если ученик частично предастся Гуру, то не получит ничего полного. Для этого нужно полностью предаться, а не частично. Шикшат значит здесь такое гарантия дается, что Гурупадпадма, что он, наша душа и сердце, он не отличен от Бхагавана. И в нашем самопредании не должно быть никакой майи. Я имею в виду, ваше самопредание должно быть совершенно. Понимаете, о чем я говорю? Ваше самопредание должно быть совершенно, без всяких недостатков. Никакого лицемерия. Амайя, значит, без всякой майи. Анубрита. То, что говорит Гурудев, мы должны следовать этому. Ану здесь значит, то есть два определения этого слова. Ану значит точно, в точности то, что говорит Гурудев. Exactly what Buddha is speaking, you're good for. Anu means without any interruption. И он также значит непрерывно. Наша анугатия, наша посуда должна быть непрерывна, а то некоторые следуют года в неделю, там два, три недели, месяц, два, а потом не могут следовать. Или как-то не получается, но здесь оно значит непрерывно, всегда, без всяких перерывов и промежутков. В нашей анугате следование Гурудеву должно быть непрерывно и постоянно. И также анубритта значит полностью мы должны следовать Гурупадпадме без всяких отклонений. Мы не должны придумывать какие-то новые правила и предписания, какую-то новую философию. Глупый мир не способен принять эту сиддханту, если я покажу им, что смотрите. И что если кто-то принял прибежище у какого-то гуру, который не следует своему собственному гуру, то люди даже этого не могут понять. Если даже привести им свидетельство шастры из наших предыдущих гуру, наши гурваги, они это не могут понять этого, хотя иногда можно наблюдать, что такие эти секты очень популярны. If I point out, still they cannot accept.
И вот у некоторых людей такое большое желание обмануть людей, что не принимают никакие аргументы против своих убеждений. Некоторые занимаются какой-то, ну, идут, в общем, на все, чтобы захватить внимание и симпатии публики. Мы не должны придумывать какой-то новый сиддханта. И вот как ачарья, это обязанность ачарьи поддерживать правила и предписания и учения предыдущей нашей гуруварги, не должен отклоняться от пути парампары, иначе такой человек будет наказан из-за того, что он нарушил парампару. И вот с помощью анугати, следования нашему садгуру, мы, несомненно, обретем милость Бхагавана. Здесь гарантируется это с помощью нашей такой совершенной подлинной анугати. Бхагаван будет доволен нами. И если вы следуете вашему садгуру таким образом, Бхагаван спасет вас. Внутри нас есть атма, душа. И вот этот шлока, о чем говорит. С помощью нагати наших усилий, непрерывных усилий нашего самопредания лотосным стопам Гурупад Падме, изучение Бхагаватта Вигьяны с настроением служения, с искренностью, иначе что случится? Бхагаван будет доволен всем этим. И вот это слова Атма, Атма Духари, душа внутри нашего сердца, Дживатма, которая присутствует, Параматма, Сверхдуша там, Параматма там, и вот Параматма, как Сверхдуша пребывает в нашем сердце. И вот Бхагаван, и Атма внутри нас. И также Бхагаван, он хочет продать себя такому великому преданному. Атма, то есть Бхагаван, он может отдать самого себя вам, поскольку в сочетании Бхагавата, в сочетании Чайтамрити говорится много раз, в сочетании Махапрабху говорит преданным, что буквально я продан вам, когда он очень доволен своими преданными. И вот таким образом наш Бхактикум Кусум Шраван Госвами Махарадж, он служил Гурупад Падме, Шриле Прабхупаде, и обрел их полную милость. Таким образом, он и идеал, пример
для нас. И вот сегодня день его ухода. Шрила Бхакти Кусум Шаман Госвами Махараджа. И мы просим о его милости. Вот первый шлока. Субтитры создавал DimaTorzok.